Зараз ми знаходимося на відкритті виставки КПІ «Іду на ви» у ЦКМі, де студенти ВПІ представили свої роботи. З одного боку, це і фундаментальні роботи, а з другого боку, вони студентські, вони трошечки такі провокуючі на певні думки, на певні настрій нас. Тут є і графіка, є літографія, є офорти. Тут є цікаві обличчя наших студентів КПІ. Для КПІшників, студентів, різних друзів, різні емоції і подобне. Ну, це як общий, як би, лицо КПІ. І суть в тому, що якщо отойти подальше, то це можна увидіти на залі першого корпусу. Этим деревом мы хотели сказать, что есть древо знаний, как в любом университете, много факультетов. Получается 27 фишечек, и дерево полностью как бы символизирует, что есть и такое отрасли разные, очень разные все листочки всякие. Что это такое? Ну, это работа, это своеобразные весы, весы, которые есть у каждого из нас, которые позволяют нам сделать выбор, развлекаться или учиться. Таким образом, каждый может подходить, докладывать камушки и определять выбор общества, развлекаться или учиться. Что это за игра? Ну, игра называется «Политех». Вот. Смысл в том, чтобы от старта дойти до финиша. Это фишки разноцветные. Тут можно заметить буковки «Б» на полях, они означают, это называется не билет. Здесь есть количество карточек определенное, билеты, на обратной стороне которых можно там всякие задания, которые нужно выполнять в течение игры. Вот. Тут є колби, які символізують факультет біотехнологій. Ось лампа, яка символізує факультет радіотехнічний. Ось всякі транзистори, гаєчні ключі, лінійки, карта пам'яті. Так, карта пам'яті підходить, я думаю, до будь-якого факультету. Видно, во-первых, качество і дуже багато елементів. Видно, что было сложно сделано. Также я уловил некий подсмысл перехода от вещей, так сказать, обыденных, ежедневных, таких как вот туалетная бумага, к чему-то возвышенному. Перша з проволоки, із ніток різної толщини і з різної мелочі, типу гаек, всяких карандашей, ручок, кісточок, циркулей. І там, ну, там можна розсмотреть, посмотреть, увидеть. Це вірші Вознесенського. Придут другие, еще лиричнее, но это будут не вы, другие. Мои ботинки черны, как гири. Мы расстаемся политехнически. Нам жить недолго, суть не в овациях. Мы растворяемся в людских количествах. В твоих просторах политехнически невыносимо нам расставаться. Это мои фотографии, сняты на плівку. В основном тут сьомый, по-моему, 18-й корпусы, ну и парк КПІ. Работы, они необычные, они креативные, можно даже сказать. Организаторы всей выставки
це Антоніна Юрченко і Євгеній Бульда. Давайте запитаємо у них, чи буде далі якесь розширення, продовження цієї виставки. Що касається моєго видіння цієї виставки, я, звісно, хочу, щоб вона з кожним годом, щоб вона, во-первых, вона стане. Это уже я говорю 100% ежегодные. Вот, девочки, я думаю, нас будут радовать каждый год еще более интересными экспозициями. Что мы хотели заявить, это то, что художники в техническом институте все-таки есть художники хорошие, которые умеют делать, умеют себя показать.